Итак, приветствую всех, кто смотрит. Продолжаем Gold Rush день за днем на харде. Сезон второй, день 25. Ну, как второй, первый, но отмечен как второй, ладно. Продолжим рыть. Рыть опять же буду за кадром. Увидимся позже, если ничего не сломается. Итак, нарыли. Нарыли где-то 9 ведер. Пора промывать. 3, 4, 5. 6, 7, 8. И 9. И не полная. Теперь полная. Ладно, пусть молотит. Топливо сожрали. Уже одной бочки экскаватору не хватает. Жрет намного больше. То есть полная бочка ушла в его бак. И сейчас у него где-то четверть осталось. На следующий день не хватит. Четверть бака и пустая бочка. Чистим. Посмотрим, сколько выйдет. Два с половиной в среднем. Там порода очень разная. В этот раз три с половиной. Так. Порода очень разная. В этот раз ничего не ломалось. Не зря усиленные части брали. Уже второй день подряд ничего не ломается. Кстати, глянуть надо. Там чувак пришел. Посмотреть, насколько износились движок и зубья. Что за чувак, пока не смотрел. Вот плюс 0,1 золото. Либо баг, либо бонус. Так и не понял. Должны быть побогаче ведра.
3,6. Магнетит заберем. Три 99,1. Закончили промывку. Ой, не та кнопка. Смотреть надо. Износ. И чувака. Так. 90. 28. Наверное, надо будет покупать. Так, экскаватор. Девяносто три. Ну, одного достаточно, они примерно одинаково идут. 7% за 2 дня работы, неплохо. Чувак. Кто такой? Кананет. У нас промывальщик, экскаваторщик. Качаются потихонечку. Промыватель лоток, промыватель лоток, промыватель, опять же. Да, разы. Ну да ладно. Поехали продавать. Но не золото. Кузнеца качнуть, а не продавать. Поехали покупать. Покупать топливо, качать кузнеца, если хватит. Форсунки изнашиваются. Можно прикупить. И день окончен. 1086 кубов, 28,5 унций. Неплохо. 8,5 забрали. Актив 75. Да, на третий тир нужно порядка 300. Нас даже близко нет. И к итогам этого сезона тоже вряд ли даже близко будет. Но что-нибудь придумаем. Время еще есть. Так, ручка. Ручка, ручка. И сюда ручка. 7%. В следующий раз возьмем с собой запасную. Давай 400 магнетита. Может не хватить? Там. Закупить топливо.
До кузнеца добежим. Ты не поеду туда. Хватит, не хватит что-нибудь качнуть. Два шестьсот, 1700. Время можно. Уменьшение стоимости, но нам нужно вот это. Поэтому копим еще. Так. Можем, можем телепортироваться. Дайте нам, дайте нам. Форсунки. Еще там на что-то была скидочка. Но не на то, что надо, вроде бы. Вот на это. 18. В принципе, можно уже брать, но пока не надо. Форсунки. И бочку залить. Джип еще держится. Управлять не надо. Ну и все. Возвращаемся. Да, вот золото не продаем, поэтому кредит, лимит по кредиту низковат, но придержим пока. Продадим уже в конце сезона. Зимой наиболее высокая цена. Высокая цена на золото, высокая на топливо и низкая на технику. Ну вот, час потратили. Форсунки так, пусть болтаются, наверное, и ручку надо кинуть. Кинуть ручкой в джип. Оно сломается очень не вовремя.
пусть лучше с нами болтается. Ну вот и все пока на этом. День окончен. Завершим на этом эту серию. Всего хорошего, всем пока.